приступил делать вот такую избушку на курьих ножках. Ну, точно копий я не буду стремиться делать. Вот у меня есть три варианта, и из каждого по чуть-чуть возьму. Вон там еще внутри один лежит. Вот. В общем, вот делаю. Из 16-го кругляка. Вот, багорчик нашел в Чермете в свое время. И вот он мне пригодился. Вот так делаю срубы потихоньку. В общем, думал, как их лучше сделать. Вот так отфактурил. То, что они маленько погнулись, ничего страшного. Даже наоборот, будет интереснее. Будут неравномерные щели промеж бревен. Ну, вот, и тем самым, когда избушка вырастет, она будет довольно-таки интересна. Посмотрю, что из нее сделаю. Или это будет украшение садового участка. То есть просто никакого функционала. Или, возможно, сделать светильник. Изначально планировал даже сделать из нее, ну, типа копилки, что ли. Вот. Думал, как лучше сделать бревна, срубы. И решил сделать вот так. В общем, эту фактурил. Потом опять нагрел, сюда положил. И вот таким макаром наносил удары на пруток. Пруток, наверное, 18 или 20. Вот. Делаю все без размеров, прямо на глаз. И с каждым венцом рядом прибавляю по чуть-чуть в размере. Вот. Возьмем 10-й квадрат, маленечко его отобьем, нанесем фактурку и будем делать вот такие оконные и дверные проемы. Травмировал руку, обтачил вот эту проволоку кованую и зацепился. Она у меня, как водится, за болгарку. Здесь она погнулась, а вот этим концом, короче, вот воткнулся в руку здесь и вышла вот с этой стороны. Сейчас на скорую ездил, к хирургу отправили. Ну, говорят, ничего страшного, кровь не течет. Так единственное, побаливает, зараза. Спирт дали на примочке, вернее, ну, купил, выписали. И это обезболивающие какие-то.
такая избушка на курьих ножках получается, на бревнах и на оконных блоках присутствует вот такая фактура. Лапки. Скоро перейду делать крышу. Вот, в общем, получается 3 окна и 1 дверь. В общем, будет это электрический светильник. От него будет провод и выключатель на проводе. А внутри будет стоять диодная лампочка. Сделал входную дверь для избушки, вот так, дощечки, кованая ручка, все на прихваточке поставил, сейчас я ее сюда установлю. А также сделал вот такую подковку. Изначально я ее планировал на дверь, но на двери это уже как бы не очень будет хорошо смотреться. Вот здесь я ее поставлю в крыше. Вот тут и она будет лучше смотреться. Сейчас будем делать разборную крышу. Для этого сделал вот такой шарнир. Сейчас я сюда приварю. А к гайкам приварю бревна. И она будет вот так открываться. На сегодня такой результат. Это стропила. Вот так открывается крыша. В крыше будет установлена лампочка. Здесь будет перегородочка. Стекло синего цвета. И как бы от лампочки, от яркой лампочки будет проникать сюда свет. И отсюда будет выходить синий-зеленый свет. Вот таким способом я закрепляю патрон для лампочки. Вот такой патрон у меня. Саморезы сюда в отверстие не подходят. Просверлил в пластинке отверстие, вырезал из куска стали вот такие полосочки. Все зачистил. Вот так вывел их сюда. Вставляем патрон. Вот так. Все это дело после покраски. И когда патроны установим, маленечко там пассатижами, до конца загибать не надо. Прям чуть-чуть развести, чтобы он не влетал. Он и так жестко тут сидит. Вот. Но когда разведем, он закрепится. Вот как-то так. Вот такой нехитрый способ. Первое пробное включение избушки на курьих ножках. Вот такая красота. Лампочка и стекло. Вот и готова моя сказочная избушка на курьих ножках. Это не просто избушка для украшения, а также имеет функционал. Электросветильник или ночник. Кому как удобно. Соответственно, сейчас проводки пока нет, но все подготовлено под нее.
После того, как избушку зачищу пескоструем, погрунтую и покрашу, соберу ее окончательно. Давайте пока посмотрим, что получилось. Вот такая крыша-дранка, конек, труба. Люблю уделять очень много времени мелочам, поэтому добавил вот такие поганочки. Здесь поганок ровно 13 штук. Чёртова дюжина. Такой пенёк с корнями. Лапы. Избушка у меня не просто так стоит, а танцует. Здесь грибочки. Здесь все отфактурено, бревнышки. Такая дверь с кованой ручкой. Под крышей присутствует подкова на счастье. Лестница. Крыша открывается. Здесь вставляется цветное стекло, а сама лампочка будет крепиться вот здесь под крышей. Вот такие пластиночки для крепления провода. И такие же для крепления патрона. Вот. Здесь будет фиксироваться провод. Пусть покраски вот так загнется как надо. Излишки можно отрезать. Также там внутри проходит, закрепится провод, и здесь через отверстие выйдет. И также вот такая же скобочка тоже присутствует. Все, это зафиксируется, и провод можно пустить, например, вот здесь, по лесенке. Он будет черный, с кнопочкой. Все, вот такая красота получилась. Всем удачи, до свидания.